Площадь горения на нефтяной станции в Нижневартовском районе удалось сократить вдвое. Сейчас она составляет 400 квадратных метров. Пожарные расчеты предотвратили угрозу распространения огня на соседние объекты. В ликвидации возгорания задействовано больше 120 человек и почти 40 единиц спецтехники. Напомним, накануне днем на Хохряковском месторождении загорелись резервуары с нефтью. Огонь распространился на узел учета нефти и здание административно-бытового комплекса. Вопрос по подаче воды был решен еще вчера вечером. На данных объектах есть специальные резервуары, созданные для, в том числе, нужд пожаротушения. Там был организован подвоз воды от соседних объектов, то есть техникой бойлер, на базе автомобилей. Вот, в принципе, уже после этого перебоев с водой там не было. На данный момент там происходит очаговое горение, то есть отдельными очагами в пределах обвалования, то есть в районе вот резервуаров. По данным Центра медицины катастроф, два человека, получивших травмы, доставлены в Нижневартовскую больницу. Сейчас на месторождении работает специальная комиссия. Она выясняет причины аварии. Сюда же выезжает лаборатория для оценки загрязнения атмосферного воздуха.